Это что? Дианка превратилась в русалку? Тут голова, а тут хвост. Катя! Дианочка, пойдем, я тебя с горки покатаю. Пойдем, пойдем, хочу с горки покататься. Катя, Катя, привет! Привет, Эмили! Дианочка, там Эмили у бассейна. Я пойду с ней поговорю, хорошо? А ты пока поиграй вон в песочнице, ладно? В песочнице? А как же с горки? Ну, Дианочка, ну пожалуйста, я так давно не видела Эмили. Ну ладно, иди. А Макс придет, он меня тогда и покатает. Привет, Катя, будешь коктейль? Привет, Эмили, да не, не хочу. Ну как у тебя дела? Рассказывать, давно не виделись. Да, это точно. Поиграй песочница, поиграй песочница. А что тут интересного? А что это? Это какие-то кубики. О, интересненько. Они какие-то пружинистые, похожи на шарики Орбис, только кубики. Здорово, интересно, откуда они здесь? Ой, как их тут много. Катя, Катя, я тут кубики нашла, можно я ими поиграю? Они пружинят, как батутик. Кубики? Да, Диана, кубиками можно играть. И откуда там кубики, интересно? Ух ты, ух ты, пухи, они все разноцветные, и их здесь так много. Здорово. Ой, а это что такое? Кто там? Кто там? Никого не слышно. Кто там? Интересненько, это же какая-то ракушка. А вдруг там сокровище? Ой, нет, Кате пока говорить не буду, сама найду и ей покажу. Тук-тук-тук. Последний раз спрашиваю, кто там? Никого нет, значит, можно заходить. Нужно тут все расчистить, и тогда я смогу добраться до этой ракушки. Какие же это кубики клевые! Во, ну-ка, посмотрим, кто там живет? Где мои сокровища? А что это тут? А что это такое? А что это там? Как же залезть подальше? Ой-ой-ой, кажется, эта ракушка захлопнулась. Ай, помогите, Катя! Меня схватила ракушка какая-то. Катя, ну помоги. Катя, ты где? Ха-ха, всем привет, а вот и я. Ой, по-моему, где-то Дианка плачет. Диана, ты где? Какие-то кубики. Диана! О, Кать! Ты же пошла гулять с Дианкой. Где Дианка? Мне показалось, она где-то плачет. Плачет? Ну не знаю. Она у меня спрашивала про какие-то кубики. Я видела эти кубики. Может, ее кубиками засыпала? Они там такие огромные. Диана! Диана! Что это за кубики такие интересные? Диана! Катя! Это что? Дианка превратилась в русалку? Тут голова, а тут хвост. Катя, немедленно беги сюда! У меня тут такое! Макс, ну может ты меня освободишь? Сейчас, Дианка, нужно убрать вот эти мешающие кубики. О, Диана, а ты чувствуешь свои ноги? Ну конечно, Макс. Там они внутри, меня ракушка захлопнула. Спасайте уже. Откуда тогда этот хвост? Макс, что случилось? Это что? Дианка, русалка? Диана, что случилось? Катя, Макс, ну что вы? Русалка, достаньте меня уже из этой ракушки. Я думала, там сокровища. Катя, что делать-то будем? По-моему, Дианка стала русалкой. Как мы ее достанем? Она увидит, что у нее вместо ног хвост. Вот будет. А что от мамы-то будет? Как она вообще тут оказалась? И почему-то за ней не присматривала. Как мы теперь будем жить с Дианкой-русалкой? Это же ванна постоянно будет занята. Макс, ты что, совсем? Его сестра в беду попала, а он думает, как бы ванну ему принять. Ну вообще, сейчас что-нибудь придумаем. Достать ее все равно нужно. Так, Дианочка, что бы ни случилось, не расстраивайся, хорошо? Все, мы тебя достаем. Давай, Кать, помогай. Ой, какая ракушка.
Даже смотреть страшно. О, Дианкина нога. А что это? Ну что там, сокровища? Дайте посмотреть. Русалочка, какая малюсенькая русалочка. Катя, Макс, мы нашли русалку, настоящую. Макс, посмотри, это и правда какая-то маленькая русалочка. Как она здесь оказалась, ведь она должна жить в воде. Катя, Катя, так может ей еще можно помочь? Давай быстрее ее в бассейн. Точно, точно. Эмили, смотри, Дианка нашла русалку. Тя, Катя, может мы возьмем ее домой, и я буду с ней играть? Катя, ну не надо ее бассейн, это ведь я ее нашла, значит она моя. Дианочка, ну русалка мне место дома. Давай положим ее в бассейн, посмотрим, вдруг она очнется и оживет. И тогда нужно отпустить будет ее в море. Плыви, русалочка, плыви. Ну, ну. Давай, русалочка, давай. Мы знаем, что ты сильная. На. Ой, она плывет, плывет. Ой, а где она? Где русалка? А куда она подевалась? Куда? Ой, только шарик какой-то оставила. Катя, говорила же, давай возьмем ее домой. Из дома бы она не сбежала. Катя, Дианка, что вы говорите? Русалка? А где? Эмили, очень долго спишь. Уже, по-моему, нигде. Нигде ее нет. Уплыла русалочка. Катя, Макс, зато у нас осталась ракушка и очень здоровские кубики. Пойдемте строить из них башню. Они такие интересные. Ну что, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. Представляете, я русалку нашла, а она от меня сбежала. Эх. А вы, ребята, видели когда-нибудь русалок? Как не существует? Еще как существует. Вот, я сегодня одну нашла. Пока-пока.